Всем привет, с вами Гриня, и сегодня мы с вами запишем небольшое видео, посвященное созданию мода на скорость для игры Space Engineers. Все, я думаю, сталкивались с тем, что необходимо поменять максимальную скорость. Можно найти мод в воркшопе, но иногда нужны какие-то свои непосредственные показатели. Вот. И для этого мы делаем что? Открываем проводник. Нам понадобится диск C пользователя. Здесь выбираем папочку с вашим именем. Updata, roaming. Здесь находим Space Engineers, Mods. И создаем здесь папочку с именем мода. Допустим, сделаем с вами для малых кораблей 300, для больших 250. Обзовем ее Speed Limit 300-250. Внутри нее создаем снова папочку Data с большой буквы. Теперь открываем другое окно. Просто проводник, предположим, да. Идем в папку Steam, где у вас хранится игра. Вот у меня это Steam, на диске E. Здесь Steam Apps, Common, Space Engineers, Content, Data. Здесь находим файлик Environment. Нажимаем копировать. Все, здесь нам больше ничего не понадобится. И вставляем ее в свою папку Data, в папке Speed Limit. Далее открываем ее лучше всего Notepad++ и через Ctrl F ищем Small Ship Max. Искать далее. Она сразу же, вот она и есть. По стандарту вот они показатели: 100 для Small Ship и 100 для Large Ship. Меняем это на 300. И здесь там сколько мы хотели, 250, да, 250. Здесь есть еще вот такие показатели, как угловая скорость, но их я, честно говоря, не тестировал. Если кто-то знает, за что они отвечают, то в комментариях отпишитесь, буду очень рад. Сохраняем, закрываем. Теперь запускаем нашу игру. Запустили игру. Допустим, там новый мир пользовательский, сейчас проверим, да. Так, давайте вот стандартные астероиды. Ставим здесь не в сети, потому что мод пока не опубликован. Моды. И выбираем нашу папочку. Вот 300-250. Да? Перемещаем ее сюда. Окей. Так. Стартуем. Итак, вот мы стартовали с вами. Смотрим, что будет дальше. Начинаем разгоняться на стартовом шипе, явно сильно побитым. Вот мы уже с вами перевалили за 130 и идем на разгон 200. Все, вот
принципе, простейший способ, да. Теперь, чтобы использовать ее в сетевой игре, так, выходим, значит, в меню. Ну, загрузить мир, предположим, да, вот этот наш мир астероида. Изменить настройки. Так, моды. Вот наш мод, да. Опубликовать. Давайте в другое его запихнем. Идет публикация. Мод опубликован. Ну, дальше, как хотите, можете его в оверлее стимовском как-то обозвать, описать. Но если для себя, то не нужно. Теперь смотрите, он автоматически к вам в подписке попадает. Теперь смотрим, опять-таки открываем изменить настройки, моды. У нас здесь появился мод уже стимовский, спидлимит 300-250. Так, отсюда этот мы убираем. Окей, и теперь мы можем спокойно ставить там частный или же использовать этот, значит, мод в выделенном сервере. В общем, вот так вот все достаточно простенько. Так. Ну, в общем, в принципе, посмотреть его можно в своем оверлее в стиме. Там же посмотреть его номер, чтобы в выделенный сервер прописать, если нужно. Ну, в общем, все вот так вот очень-очень просто. Если вам понравилось видео, было полезным, ставьте лайк, буду рад. С вами был Гриня. Всего доброго, до свидания.